Всем привет. Всем привет! С вами снова мы, Привратник, Брокин Энджел. И сегодня мы решили поприкалываться шариками гири. Да, мы придумали очень несколько приколов и будем их исполнять. Пойдем. Итак, выбираем место. Фиг, снимай вот это впереди нас. Я не могу. Чтобы дальше. Так, сейчас самое веселое развязать эти шарики, потому что нам их завязали. Да ты не... Сам, знаете, где вы находитесь, а? Мне глаза разбился. Господи, держи руку. Крепко. Крепко держи. Главное, вот этот момент нужно здесь выжать. Что я делаю? Я прокусываю дырку. А, пошел. Задрала, дыши уже. Просто втяни в рот, вот, смотри. Такое ощущение, что... Втяни в рот! Такое ощущение... Я олигарх, который сам добился успеха. Вы понимаете, что я сейчас буду делать? Говорит голосом Гоблина. Ставь я! Ставик, ты понимаешь, что надо делать? Ой, как разводили. Это что, дырка? Просто в это все в рот втянешь. Да блин, запихни ты ее уж. Давай, запихни ее. Реклама кокаина. Слушай внимательно. Мама, мама, я воробьёк! Моя очередь. Откройте тот судебный пристав. Мама! Мама, тот судебный пристав пришёл. Откройте двери, пожалуйста. Вика, что ты там пускаешь? Ну, да, что это происходит? Я не знаю, что происходит. Он быстро выдыхается. Отпустила. Да. Отпусти меня. А теперь... Чего волосы нашли? Чуть не выдохся. Happy birthday to you. Ребята, только от гелия реально голова кружится начинает. Да я затянусь, слышишь? А теперь сейчас попробует втянуться наш оператор. Да! 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 Это братва! Это братва! Осталось немножко. Голум! Голум! Моя прелесть! Моя прелесть гелий! Моя прелесть гелий! Кофе! Это Галя из Таганрога! Официант!
чего? Ну слушай, ну справа по ячонкам, еще по одному. Нет, не получилось. Так, шарик кончился. Кончились. Я бы вот туда вот сходила, вот где фоточки эти делать. Я очень хочу этих фоток. Давай, Юста. Ну что, ребята, мы немного поприкалывались с этими шариками. Правда, к сожалению, они у нас очень быстро кончились. Особенно у меня. Я его вообще упустила. Все. Лох — это судьба. Да, вот. Саша. Но то, что мы хотели сказать, мы сказали. И небольшая справочка. Не дуйте гелий очень быстро и много. От него голова кружится. Я сейчас умру. Да, и наш оператор сейчас умрет. Так что, ребята, хотите, прикалывайтесь с этим гелием. В общем, делайте, что хотите. Это ваше дело. Пока. Сваливаем, сваливаем. Куда мы идем? Куда-нибудь подальше от этого. Я свободен! I like your pants around your feet.